Друзья, привет всем! Только что записывал видео про подключение позиционного выключателя к системе и посчитал необходимым сделать дополнение в виде ответа на вопрос, как подключить проходной выключатель, все они позиционные, к нашей системе автоматизации. Да? То есть берем максимально стандартный дом. Да? Конечно же, эти выключатели оба должны быть подключены напрямую звездой к нашим цифровым входам. Да? То есть, вот возьмем схему, то есть у нас два позиционных выключателя подключены сюда. И давайте в логике посмотрим, как это будет. Я создал два виртуальных маркера. Представим, что они отвечают за наши выключатели. Да. После каждого маркера, после каждого выключателя у нас стоит блок обнаружения фронта импульса. Да. Описание, все смотрите на сайте, все они тоже здесь есть. Да. В предыдущем видео все мы детально разбирали. И также будем работать с блоком Smart Lighting, да. Ну, давайте сразу сымитируем. Запускаю конфигурацию. Да, первый выключатель включаем. Сработал передний фронт. У нас здесь правило стоит по любому фронту. Отправить импульс на баттон. Баттон, соответственно, включает нашу нагрузку. Да, ну, там можно и демировать в Smart Lighting. Мы просто подключаем здесь нагрузку. Q8. Да, внимательно слушайте и смотрите, да, вот она замкнулась, восьмая лампочка. Да, но этим же выключателем я могу выключить нагрузку. Включил, выключил, включил, выключил. Давайте ставлю включенный. Я иду в другое помещение, либо там в конец коридора, либо поднялся на лестницу, хочу выключить эту нагрузку. Я нажимаю другой выключатель, и он у меня выключил нагрузку. Да. Вернулся. Оп, извините. Могу здесь включить, могу здесь выключить. То есть классический проходной выключатель. И также у всех возникает вопрос, как одновременно управлять мобильным приложением. Здесь я подключил N29 и маркер из разряда работы центральных систем. Да, вот наша конфигурация, он отвечает за страницу выключить. За команду выключить все. Да, это наша прекрасная визуализация. Я даю здесь команду off, выключить все. Иду, смотрю в логике. Нагрузка выключилась. То есть, смотрите, проходные выключатели, включаю ее, она включилась из мобильного приложения, выключаю. Ну, включать тоже могу сделать, но как бы здесь вот такое правило настроить. И так мы буквально в несколько кликов можем подключить проходные перекрестные выключатели к нашей автоматизации. Всего доброго, до новых встреч!